Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. В современном мире люди всегда стоят перед выбором, и в том числе перед выбором профессии. И порой вот предлагается им заменить любимое дело, низкооплачиваемое, на более высокооплачиваемое, ну, рутинное или тяжелое. Да? Как вот в таких случаях поступать людям? Я думаю, что, конечно же, очень важно, когда для человека работа, то, чем он занимается постоянно, является любимым делом. Не просто такой скучной, нудной, надоевшей обязанностью, а тем, к чему рвется душа, к чему спешит сам человек. Вот. И мы знаем массу примеров того, как люди выбирали, пусть, может, это более хлопотное, так сказать, менее оплачиваемую какую-то, но любимую работу и достигали в ней каких-то успехов. Я думаю, что вот здесь выбор должен быть именно такой. Вы знаете, одно из качеств, которое теряется современным миром, это самопожертвование. Это готовность к тому, чтобы как-то утеснить себя материально, физически ради дела. Вот, когда я был ректором семинария, я очень часто говорил студентам о том, что священник невозможен без самопожертвования. Сегодня масса народу работает на светских работах, даже не имея высшего образования, и получает зарплату значительно больше, чем ее получает священник. Это только в всяких, так сказать, рассказах. Мы все ездим на мерседесах и питаемся черной икрой, вот, и не знаем, как нам похудеть. Вот. На самом деле это далеко не так, и большинство, подавляющее большинство духовенства живет очень скромно. Вот. И в этом тоже проявляется готовность к самопожертвованию, готовность к тому, чтобы получать, скажем так, среднюю зарплату по региону и все, и проповедовать людям Слово Божие. Вот. Я думаю, что это качество, оно должно всегда, навсегда оставаться с людьми. Вот поэтому я лично голосую, если так вот заговорить, за то, чтобы выбрать ту работу, которая человеку по душе, которая ему нравится, которую он любит. Вот. И вы знаете, ведь самый большой след в истории оставляли такие люди, которые вот, были энтузиастами своего дела и добивались очень, очень многого, и в том числе признания со стороны окружающих людей. И по-настоящему реализовывали себя, свои человеческие какие-то возможности. Вот. Поэтому мне кажется, что надо выбирать то, к чему лежит душа. А вообще, может ли христианин думать о карьере? Это как считается грехом? Я думаю, что христианин может и должен думать о реализации и о максимально ответственном исполнении порученного ему дела, которым он поручен. Да? А если это в качестве последствий еще принесет тому, что у него вдруг сложится карьера, это вполне возможно. Да? Вот есть человек, он усерднее других. Да? Начальство смотрит на него и думает, дай-ка мы его сделаем вот чуть повыше. Да? А потом еще чуть повыше, если он там тоже себя показал хорошо. И вот если карьера будет довеском к его просто порядочному, ответственному отношению к обязанностям, это очень хорошо, это нормально. Но стремиться именно к карьере, идти по головам, как это принято называть, да, интриговать и еще что-то делать, вот это, конечно, делать нельзя. Это не для христианина. А думать о благосостоянии? Ну почему? У каждого человека есть семья, дети, у них есть потребности, это совершенно нормально. Все должно быть с рассуждением, и все должно везде, во всем надо придерживаться золотой середины, или, как святые отцы выражались, царского пути, то есть не уклоняясь ни в одну сторону, ни в другую. Скажем, не плохо, когда человек махнет рукой и скажет, а вот я вот живу, как птица небесная, ну дети там, ну голодные, ну Бог с ними, пусть голодные. А я зато вот я не трачу свои усилия на всякие глупости. Да? Это плохо, это неправильно. Еще более неправильно, когда человек забросит все остальное и начнет только лихорадочно зарабатывать, стремиться к все большим и большим каким-то материальным благам. Это тоже неправильно. Это две такие вот оборотные стороны, они похожи друг на друга.
по тому отрицательному влиянию, которое они оказывают на человека, да, и обе одинаково неприемлемы. А вот есть такие люди, которые уже добились чего-то, неважно, да, каким, для них вот неважно, каким способом, а потом они начинают заниматься благотворительностью. Вот, это как? Очень хорошо. Это хорошо? Конечно. Даже неважно, как они заработали. Ну, свои... мы не можем судить о таких вещах, но видите, в чем дело. Церковь никогда не ставила регористических таких каких-то препон, да, вот только, ну, мало ли, человек, допустим, да, вот он получил собственность на залоговых аукционах, да, в 90-е годы. Неправильно? Неправильно. Но потом он не просто вывел деньги за границу и купил себе там яхту большую или еще что-то, какой-то замок средневековый, а продолжил, развил производство, содержит людей каких-то, дает им работу, вот, развивает промышленность, или, там, сельское хозяйство или еще что-то. Ну, и вот он решил, допустим, помочь детскому дому или построить больницу, или еще что-то сделать, какой-то спортивный комплекс или храм. Что же в этом плохого? Я не вижу в этом какого-то чего-то предосудительного. Это как раз нормально. Если профессии нежелательны для христианина? Конечно. Это все профессии, связанные, ну, скажем так, с какими-то... все профессии, которые не отвечают моральным принципам христианина, да? Я думаю, что нравственное чувство вообще просто обычного, нормального человека, она ему подсказывает, куда лучше не лезть и чем можно заниматься, а чем не нужно. А священник работать, например, на светской работе может? Есть разная практика. Ну, скажем, вот за границей православные священники, русские православные священники зачастую работают. Вот. И потому что, ну, во-первых, там достаточно сложно, там нет, почти нет богослужений в будние дни недели. Сретение в этом году у нас понедельник. Мы будем служить тогда, когда эта дата у нас есть в календаре. А, скажем, на Западе наши храмы будут служить в воскресенье эту службу, накануне. Потому что в понедельник в церковь никто не придет, а только придут в воскресенье. У нас это сложно, потому что все-таки у нас у священника больше обязанностей, и он должен, конечно, отдавать себя приходу, тем более, что вот, ну, скажем, вот здесь, вот в Ульяновской области, да, если мы не считать сам город, то в провинции у нас здесь один священник, как правило, настоятельствует в 3-4, а иногда в 5 храмах. Вот, поэтому, конечно, работать на светской работе это совершенно невозможно. Да. Не получится. Принципиального запрета на это нет. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. В Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска состоялась церемония награждения многодетных матерей патриаршим знаком материнства и архиерейскими грамотами. Митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил в соборе благодарственный молебен. Высокая патриаршая награда жительницам Ульяновской области вручалась впервые. Они приехали из многих уголков Ульяновской области. Каждый из награжденных воспитывает 5 и более родных и приемных детей. Так в семье Валентины Григорьевны из поселка Новая Майна Мелькесского района 13 детей, 3 родных и 10 приемных. В нашей семье мы, можно сказать, христианская семья. Приемные дети есть у меня и мусульмане, но я их всех крестила, так как я христианка. И дети у меня просят: «Мам, мы хотим, как ты». И 10 детей, и все у меня крещенные, знают «Отче наш», часто причащаемся. Но как могу, конечно. Это такая высшая награда, ее надо еще заслужить. И большое спасибо огромное от всех матерей, наверное, я так могу сказать. Большое спасибо.
Патриарший знак материнства был учрежден в 2006 году. Высокой наградой Русской Православной Церкви были удостоены 5 матерей из Ульяновской области за воспитание детей в традициях православной веры. Ведь основная цель христианской семьи заключается в том, чтобы душа ребенка обрела непоколебимую веру в Бога и жила по заповедям Христа. Сегодня Владыка вручает этим мамам патриарший знак материнства, а еще что отрадно, Владыка сегодня будет вручать архиерейские грамоты непосредственно многодетным мамам и еще активу семейного движения, которые занимаются пропагандой традиционной счастливой православной семьи, что очень важно и что очень достойно. По словам Ольги Владимировны, отбор кандидатов для получения знака материнства был очень сложный. Были представлены те семьи, которые заботятся о нравственном воспитании своих чад и сами являются примером для других семей. Ведь в воспитании детей очень важны постоянная ответственность, любовь и самоотдача. Материнство – это дар Божий, это большое и милующее сердце, это исполнение той самой евангельской заповеди о любви, которая говорится в Священном Писании: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Вот почему я прошу вас принять небольшие знаки признательности и внимания, которыми являются общецерковные патриаршие и епархиальные награды. Мне хотелось бы пожелать всем вам помощи Божией в вашей дальнейшей семейной жизни. Хотелось бы пожелать мира, единодушия, счастья вашим семьям. Дай Бог, чтобы как можно больше людей следовало бы вашему примеру, как можно больше людей бы рожало и воспитывало детей, причем старалось бы воспитать их в традициях нашего народа, в традициях православной веры, вот, и любви к своему Отечеству. Алексей Волжин, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, к нам поступил следующий вопрос. Знаю, что изображения православного креста нельзя просто так выкидывать в мусор. Их сжигают. Объясните, почему? У меня сломался нательный крест, починить или переплавить его нет возможности. Что с ним делать, как утилизировать? Ну, изображение креста, конечно, не выкидывают в мусор и не выкидывают просто так, той причине, что это как раз и есть изображение креста, да, то есть это символ нашего спасения, символ того, что Христос умер за нас. Более того, обычно на кресте как раз и изображается Иисус Христос, да, в том или ином виде. Поэтому как раз это было бы некое даже вот богохульство, да, святотатство, просто так выкидывать его в мусор. Мы же не выкидываем даже в мусор просто так фотографии каких-то близких людей. Нельзя представить, что мы просто пойдем и в мусор кинем фотографию нашей мамы. Нет, если вдруг она как-то испортилась, да, мы ее аккуратненько как-то сжигаем и пепел как-то тоже вот аккуратненько утилизируем. Именно по этой причине нельзя просто так выкидывать изображение креста, потому что это, опять же, да, раз мы к маме относимся с пиететом и почтением, да, к изображению даже мамы, то уж тем более мы должны с пиететом относиться к изображению Господа нашего Спасителя, да, и орудия нашего спасения. Обычно, если крестик или сломан, или как-то испорчен, да, его обычно приносят в храм. И в храме, при каждом храме есть особое непопираемое место, да, особое место, которое устроено для утилизации как раз вот таких вот или иконок, если их нельзя сжечь, или крестов, да, в которых их кладут, и они там уже вот спокойненько лежат. Еще раз повторяю, для того, чтобы как раз не попирать, да, не именно символ нашего спасения, чтобы он был непопираемый ни от каких людей. И это еще и знак нашего уважения к нему. Спасибо. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В моих руках находится не совсем привычный для постоянного прихожанина предмет церковной утвари. Человек, который регулярно посещает богослужение, исповедуется и причащается святых христовых тайн, этот предмет церковной утвари практически не видит. Это дароносица. Дароносица – это своеобразная маленькая переносная дарохранительница, в которой священник переносит святые дары из храма
в дома к болящим людям, которые не могут посетить храм по своей немощи или болезни. Дароносица состоит из в основном двух предметов. Это небольшого размера чаша, которая обычно с плотно завинчивающейся крышкой, дабы во время перенесения святых даров не было пролития крови Христовой. И также небольшая лжица, которой причащают больного. В церкви давно известна практика, когда ходили по домам причащать тех, кто не мог посетить богослужение. Сейчас, в наше время, также это очень нужно и необходимо, в особенности сейчас, в период тяжелых болезней, когда многие люди не имеют возможности посетить храм. Дароносица делается из металла, из сплава. Нам известны разные старинные дароносицы, которые делались из серебра. Бывало, делали дароносицы для каких-то знатных лиц, даже отливали их из золота. Но обычно в храме можно встретить такую простую металлическую дароносицу. Обычно она выполняется в форме храма, в котором, собственно, и стоит чаша и лжица. Для того, чтобы священник мог благочестиво перенести дароносицу из храма к дому больного, используется такой вот вышитый мешочек. В этот мешочек влагается дароносица, плат, и мешочек для особого исповедания, благоговения перед святыней, которую мы несем, несется на шее, на груди священника, рядом с крестом. Священник идет причащать больного в облачении, так как святые дары, которые находятся в этот момент в этом сосуде, они не могут браться священником без специальных одежд и молитв. Недалеко от центра Ульяновска, в сторону севера, на улице Верхняя Полевая, находится старинный деревянный храм во имя иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Его история начинается с обретения главной святыни – иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Ее заказал на Афоне некто из благочестивых жителей Симбирска. История умалчивает, по чьей конкретно просьбе и на чьи средства была написана эта икона. Но точно известно, что она изначально приобретена для жителей поселка Куликовка. В праздник Успения Божьей Матери 15 августа 1911 года в Симбирске в 3 часа дня на железнодорожном вокзале состоялось большое торжество – встречи прибывшей со старого Афона иконы Неопалимая Купина. Икону встречало духовенство, тысячи жителей Симбирска и окрестных деревень и даже исполняющий дела вице-губернатора князь Андрей Александрович Ширинский-Шихматов. Поначалу эту икону поместили в храм всех святых. Этот храм до настоящего дня не сохранился. Находился он на том самом месте, где сейчас находится Дом культуры Чичкалова. Там была вот эта церковь Всесвятская и находилось кладбище. Храм был небольшой. И когда народ града Симбирска приходил на поклонение к этой иконе, то места там было мало. Через полгода, когда икона еще находилась во Всесвятском храме, было замечено, что по молитвам перед иконой совершаются чудесные исцеления. К ней стали стекаться православные из самых разных сословий города и окрестностей. Весть о чудесах от новоявленной иконы очень быстро распространилась. В Симбирск стали прибывать паломники из Сибири, Крыма, Кавказа. Помощь Божьей Матери получали даже иноверцы. Известен случай, что даже одна женщина-татарка, придя в храм,
и перед этой иконой, молясь по-своему, получила исцеление. Всехсвятский храм не стал справляться, он не мог вместить всех желающих для поклонения этой иконе. Для того, чтобы дать возможность всем желающим приложиться к этой иконе, было решено создать на Куликовке хотя бы временный храм. И вот в 1912 году у одного почитателя чудотворной иконы, жителя Симбирска, явилась мысль, пока не построен новый большой благолепный храм для помещения новоявленной святыни, устроить в поселке Куликовка временную деревянную церковь, где бы могли совершаться и молебны перед иконой без стеснения прихожан Всехсвятского храма. Этот храм, в котором мы сейчас находимся, он и был построен как временный. Буквально за полгода его возвели, он имеет очень простую архитектуру, и здесь была помещена вот эта наша святыня. И здесь был поначалу своего причта не было, а священники, которые служили здесь, были приписаны к храму Всесвятскому, но регулярно здесь совершались молебны и акафисты пред иконой Божией Матери Неопалимой Купина. 28 сентября 1912 года указом Святейшего Синода при Богородице Неопалимовской церкви был открыт самостоятельный приход. Одновременно к храму назначен свой собственный причт из одного священника и одного псаломщика. Богородица Неопалимовская церковь стала самостоятельной. В новом храме было устроено два престола. Главный во имя иконы Божией Матери Неопалимая Купина и предел во имя святой великомученицы Варвары. По внешнему виду новоустроенный деревянный храм был очень прост и за 100 лет своего существования практически не изменился. В отличие от современности, лишь была крытая паперть у западного входа и небольшой купол над восточной частью храма. Алтарь был, по сравнению с нынешним, почти в 2 раза меньше. Колокольни не было, колокола находились на звоннице, которая располагалась северо-восточнее алтаря. В течение 2-3 лет планировалось собрать определенное количество средств для возведения капитального храма. Но огонь революции, затем Первая мировая война, разрушили эти планы. Строительство храма так и не началось. А этот временный храм так и стоит. В этом году ему исполнится 107 лет. История его богатая. Он пережил все страшные годы атеистического безбожия, надругательства еретиков, раскольников. В 1944 году храм вновь стал православным. Он был заново освящен, и уже с этого времени здесь службы совершаются постоянно, и духовная жизнь продолжается до сегодняшнего дня. В 1989 году была образована Ульяновская епархия. Сюда был назначен епископ Прокол Хазов. Его усилиями началось возрождение нашей епархии. И в Ульяновске вот самым большим действующим храмом был храм Неопалимой Купины. Поэтому ему был присвоен статус кафедрального собора. Постепенно здесь совершался ремонт. Алтарь, который был маленьким, был расширен до большого. Вот. Увеличен штат священников и подиаконов, псаломщиков. Вот здесь началась такая вот яркая такая духовная жизнь. Можно сказать, даже золотой век, наверное, Неопалимовки. Потому что богослужения были очень торжественные, народу было очень много. В последние 7 лет в храме идут усиленные реставрационные работы. Была проведена экспертиза храма, и срочно были приняты по результатам экспертизы меры по сохранению храма. В первую очередь был фундамент восстановлен, затем были полностью заменены деревянные рамы, окна новые были поставлены. Затем внутри была совершена покраска храма и сделано совсем новое крыльцо. Вот, крыльцо было сделано даже с теплым подогревом, чтобы в любое время и в непогоду, и в холодное время крыльцо оставалось теплым, и это очень удобно прихожанам. Сейчас в храме реставрируют иконостас. Дело в том, что в 70-х годах прошлого столетия иконостас был полностью покрыт сусальным золотом. Но на сегодняшний день оно полностью осыпалось, и поэтому решили обновить. Работа практически завершена, храм преобразился. Отличительной особенностью храма является огромное собрание икон. Во времена лихолетия Неопалимовский храм, один из немногих, не был уничтожен и действовал в послевоенное время. Поэтому сюда стали приносить очень много
много икон из храмов, которые были закрыты. Так здесь появилась старорусская икона Божьей Матери. Долгое время именно в этом храме была икона Спаса Нерукотворного, которая находилась на вратах града Симбирска. Когда Спасский монастырь был возрожден, то эта икона была передана в эту обитель. Но сейчас в Неополимовском есть копия иконы Спаса Нерукотворного. Кстати, особой гордостью храма является иконная лавка. Ее построили недавно. Здесь есть все необходимые атрибуты для православного христианина. Рядом с основным храмом, с его северной стороны, находится еще один храм – крестильный. Изначально он строился как дом для притчи. Там некоторое время жили священники и псаломщики. Потом это здание передали под детскую амбулаторную клинику. Совсем недавно, в 90-х годах прошлого столетия, дом был возвращен церкви, и там оборудовали крестильный храм. Там тоже сделан ремонт и созданы все условия, чтобы можно было крестить и маленьких детей, и взрослых. Также есть класс катехизации. Здесь люди попадают в атмосферу комфортную и духовную. Перед крещением с желающими креститься ведутся огласительные беседы. В храме оборудован, как положено, престол, и два раза в год там служатся литургии для детей воскресной школы. Здесь все создано для внимательного слушания Слова Божьего и принятия крещения. Статус кафедрального собора сохранялся за Неополимовским храмом до ноября 2010 года, когда архиерейская кафедра была перенесена в Воскресенско-Германовский собор. Однако статус собора за Богородице-Неополимовским храмом сохранен, и настоятелем его продолжает оставаться митрополит Симбирский Новоспасский.